Пастор прокинувся рано. Слухаючи тишу за вікном, знайшов під подушкою смартфон і заглянув у стрічку новин. Швидко прогорнув кілька нічних повідомлень. В електронній пошті нічого суттевого можна відповісти пізніше. На вайбір уже надійшло з десяток привітань, і він коротко дякнув у відповідь. Обережно, щоб не розбудити дружину, встав із ліжка. Вдягнувся, намацав ногами капці і прослизнув, наскільки міг, безшумно, новою ламінованою підлогою повз дитячої спальні до ванної кімнати, намагаючись не дзенькнути склянками у кухонній шкафі. Проковтнув щоранкову підгулку від тиску у коридорі, вімкнув світло, дитяче взуття стояло рівненько. И пастор, усмехнувшись думці про свою одвічну і зазвичай малорезультативну боротьбу з дітьми за порядок у домі, вийшов на подвір'я. Тихо. Финальный эпизод войны, що триває 400 років, автор Євген Положий. В продажі дуже приємно чути від автора, що Перший тираж вже закінчився, майже закінчився. Я думаю, ще можна встигнути заказати книжку, вже планується другий тираж книжки. Але ж в мене трохи є в запасі, тому ми продовжуємо таку форму підтримки капіланського батальйону Маріуполь. Якщо ви. Поддержите нашу работу, но тики в Украине. Я не могу за, за кордоном сейчас. Но если вы помогаете финансово в работе Капелланского батальона, помогаете для той работы, которую мы делаем, то мы, я с радостью подпишу книгу и отправлю вам. Напомню, что я являю, имею привилегию быть прототипом главного героя этого э, романа. Э, Буду рад отправить вам книгу. В описании есть номер телефона моего сына, которому вы можете созвониться и дать свои координаты, куда отправить книгу. И мы будем рады, если вы поддерживаете наше служение. Оно продолжается. Мы ежедневно в зоне обстрелов, ежедневно по линии фронта, в десятках различных мест, проектах. Спасибо всем, кто с Украиной, спасибо всем, кто с Капелланским батальоном. Да, еще в Польше в следующий понедельник, 22 января, 22 сечня, в Польше, в... это будет как раз день соборности Украины, день злуки, в Украинском доме в Варшаве, 18.30, Варшава, Польша. Украинский дом, 18.30, 22 января. Информация об этом тоже будет в описании. Вы можете прийти на встречу с автором книги, пообщаться, задать вопросы. И с подписью автора также приобрести книгу будет там возможность. Через пару недель подобное мероприятие будет в Стокгольме, Швеция. К моему сожалению, я не могу так часто вырываться с фронта, чтобы бывать на всех запланированных презентациях. Но если вы побываете в Варшаве на встрече или в Стокгольме, или где бы то ни было и, и даст Бог нам свидеться. Я обязательно с радостью подпишу вам и свой оставлю автограф. Хорошая новость, очень хорошая новость. Мы готовим к возвращению в Украину наш легендарный детский центр реабилитации «Республику Пилигрим». Я уже хвастался тем, что на Западной Украине, в Карпатах, в самом сердце Карпат, для нашего детского реабилитационного центра наши друзья приобрели замечательный кемп. В конце марта мы планируем возвращать наш детский центр из Германии в Украину. Это место в Карпатах абсолютно безопасное, там не летают ракеты, там нет никаких военных объектов, военных баз. И мы приняли решение, что нам можно вернуть, сейчас мы согласовываем это все с правительством, но считаем, что возвращение детского центра в Карпатских горах, в прекрасное место, будет уже возможно. И мы ведем ремонтные работы, кое-что ремонтируем, переделываем, улучшаем. Кое-что даже пристраиваем, хотя база великолепна сама по себе, но не хватает там классных комнат и что-то, чтобы детский центр Республика Пилигрим могла существовать. Таким образом, мы начинаем э, в конце марта планируем вернуть Пилигрим в Западную Украину. Спасибо всем, кто поддерживает наши руки в работе на фронте, в социальных служениях, в работе с беженцами, и вот в частности в работе нашего детского реабилитационного центра. Это Бахденко Вью, это об этом на ТВ не говорят. Я верю, что Бог здесь, он не молчит. 20 секунд нашей социальной рекламы и взлетаем. О зверствах ТЦК территориальных центров комплектования, вот эти от военкомата ребята, которые раздают повестки. О зверствах ТЦК в Украине мне бы хотелось сказать пару слов. Роликами с визжащими женами и мужиками, оказывающими сопротивление сотрудникам военкоматов при попытке. Вручить им повестки, этими роликами наполнен интернет, и меня очень веселят комментаторы, кричащие о беспределе украинских властей в мобилизации своих граждан. Я понимаю, что большинство этих роликов инициированы или раскручиваются российскими ребятками, это часть российской войны, но мне тяжело вот это все комментировать вот так, чтобы не сорваться с такого этического каната. На меня эти ролики, ну, они не вызывают у меня никакого гнева по отношению к украинской власти, ну, точно не грамма в моем случае. Единственное чувство, которое эти видосики во мне пробуждают, это чувство брезгливости к мужичкам, которые доводят ситуацию до такого своего позорного поведения, когда их пытаются впихивать в автобусы и вести в военкоматы. Чтобы понять мои чувства, стоит напомнить, что у меня 11 детей по фронту, 10 сыновей и вот еще и дочка пошла воевать добровольцем. Стоит помнить, чтобы понять мою оценку этого явления, что одна моя дочь убита, что э, на этой неделе достаточно тяжелое ранение получил еще один мой сын, это уже шестой раненый мой сынуха э, в нашей семье. Он тоже пошел добровольцем, он э, служил, помогал здесь нам в капелланском батальоне, но однажды сказал, батя, я принял решение, я поехал в военкомат, я хочу записаться добровольцем. Он получил достаточно... Тяжелое ранение. У него обе ноги в осколках. На одной из ног перебита вена, вена или артерия. Не, не понимаю толком. Но слава богу, друзья, быстро наложили, восстановили кровь очень быстро. И э, у него... Правая нога перебита в двух местах а с нарядом, но ноги не подлежат, насколько я понимаю, не будут ампутированы и со временем более-менее должны восстановиться. Чтобы понять мои эмоции по поводу этих видосиков, нужно понимать также, что один из моих сыновей... У него осталось на двух руках всего два пальца целых, неповрежденных. Левой кисти нет вообще. Протез здесь, а на правой три пальца по фалангам, по одной или по две фаланги. То есть два целых пальца осталось. Хрусталик глаза заменен. Осколки в ногах, осколки были в лице, в ногах. И тем не менее он сейчас находится, проходит медицинские обследования и мечтает о том, чтобы его признали частично годным и вернули к его побратимам на фронт с двумя целыми пальцами. Я, конечно, заранее предупреждаю докторов, и если вы признаете его частично годным, я как отец могу сорваться и... И кого-нибудь сделать частично непригодным. Потому что это, ну, я думаю, здесь просто вопросы с его армейской службы, конечно же, должны быть закрыты, но уверен, что хватит на это мудрости у, у докторов. Но э, вот эти ролики, на которых руками и ногами упираются в двери автобусов мужички и прячутся под юбки жены-любовниц, мне они абсолютно омерзительны. Это единственная эмоция, которую я испытываю. Мне омерзительно такое поведение мужчин. А вообще-то это нормально. Во все времена, во всех странах, во всех культурах героизм не свойственное всем состояние. Желание биться за свободу, за достоинство, за свою родину далеко не у всех, оно, далеко не у всех оно пересиливает страх и трусость. Трусишка, зайка серенький, как известно, под елочкой скакал. Порой волк, сердитый волк, э, что там, рысою пробегал. Вот нынешние мальчики-зайчики, они скачущие под своими весьма разнообразными елочками и боящиеся повестки, как серого волка, меня, меня, вызывают у меня очень гнусное такое. Таких людей, конечно же, не нужно. Забирать в армию, но запихивать в автобусы нужно. И отвозить воинские части в какие-нибудь трудовые лагеря при воинских частях. Рыть окопы, строить блиндажи, пахать в госпиталях, не знаю, то есть на фронте огромное количество работы, не связаны непосредственно с штурмовыми действиями. Но, конечно же, без э, мобилизации страна в такой серьезной войне с таким чудовищным, э, омерзительным врагом э, не может страна обходиться без мужчин и, конечно же, без мобилизации абсолютно невозможно. Э, так смешно выглядит, когда мы, слава богу, после Нового года Рождества мы э, на три дня сняли батальон и э, выехали на отдых. Три дня никаких бомбежек, три дня снег, подъемы на горку, прогулки в Яремче, три дня хорошего общения, важное духовное время. После 22 месяцев войны, да, уже 23 почти, это важно. Но так забавно было наблюдать, когда мы в первый наш день такого отдыха выехали с командой на водопад Еремча. И вот мы появляемся, многие из нас в военной форме, не имея даже другой формы за эти месяцы. Да, вот у меня, например, просто нет другой формы. Ну, спортивная есть костюм, а так. И как капелланский батальон мы имеем право ношения военной формы, мы используем ее в нашей работе по фронту. но и многие из нас в военной форме поехали на этот водопад Яремча, заснеженное красивое место. И когда ты вдруг видишь, что с нашим появлением в военной форме рез, резко э, у водопада в Яремче уменьшается количество туристов мужского э, пола, во-первых, это, конечно, вызывает, <смешка> вызывает у нас усмешку. <смешка> мы, э, мы улыбаемся, видя как... как просто издалека видя в военной форме, подозревая, что это вот военкоматовские люди, мужики просто исчезают мгновенно, какое-то фантастическое. У меня сын герой, выведший первый конвой из заблокированного Мариуполя, в Мариуполе под авиационными бомбами спасавший людей, кормивший людей, а потом принявших, принявший решение, возглавивший наше бомбоубежище, нашей церкви, потом принявшие решение вы, вывести конвой, вывозить женщин и детей. Он вывез первый конвой огромный и из заблокированного Мариуполя. Он вывез и ехал по минному полю. А на следующее утро он вернулся. Мариуполь вывез следующий конвой. Вернулся опять и вновь вывез. Через линию фронта 8 тысяч человек эвакуировано нашей командой. Так вот, когда он, у него много друзей военных, он со мной работает на фронте все это время, и очень много у него друзей солдат, офицеров. И вот однажды он пошел на рыбалку в выходной с одним майором и подполковником. Они пошли очень рано утречком, 4 утра, заняли место на Днепре ловить рыбу, хорошее место. И вот начинают на рассвете подходить мужички на рыбалку. Сынуха у меня с юмором, и я бы сказал, со специфическим. И когда мужички пробираются вдоль реки и видят моего сына рыбака и пару военных, Артем говорит, мужики, чш -чш", там, говорит, дальше военкомат повестки раздают. И мужики резко, что называется, сматывают неразматанные удочки и, и растворяются. У них, в общем, у них была очень комфортная рыбалка. Никто рядом с ними не сидел, не рыбачил, боясь повесток. Знаете, э, это, конечно, достаточно забавно, и с этого можно посмеяться, но нам никуда не деться от мобилизации. Нам нужны мужчины, нам нужны мужские э, силы, мужской дух, нам нужны мужские руки. Так что мой респект всем героям, добровольцам. Мое абсолютное почтение всем мобилизованным мужчинам, не истерившим по этому поводу. Мой респект волонтерам, которые, не будучи обязанными военнообязанными, делают огромную работу в зонах повышенных рисков. Ну, а зайчикам, зайчикам привет. Так что я не на стороне тех, кто осуждает эту жестокость ТЦК. Вы уж меня простите. Махненко болен на всю голову. Говорили мне многие годы по разным поводам. И, наверное, отчасти это было так всегда. Все мы, в принципе, больны от Адама. Но на днях по дороге в наш этот кемп, на отдых, когда мы после Нового года, после Рождества и Нового года выехали на три дня. По дороге я провел тест из вот этой книги, уже мной рекомендованной э, вам. Э, в одной из программ я рассказывал, она называется «Би. Психология и физиология воина в часы войны и мира». Эта книга написана профессионалами военными, э, психологами, специалистами по э, психологии, войны, стресса и так далее. И я по дороге в машине провел тест над собой и выяснил, что я, в общем-то, больной. Причем в хронической форме и на всю, так сказать, голову. И я решил провести этот же тест с четырьмя людьми, которые были со мной в машине. Я выяснил, что все четверо в нашей команде больны в хронической форме постстрессовым расстройством, так называемый ПТСР. И тогда я решил провести этот тест для всего своего капелланского батальона. И мы собрались, я раздал листочки, ручки. Здесь достаточно простая система оценки. Я провел такой вот опрос, и в общем-то мы выяснили, что вся команда, весь наш капелланский батальон э, имеет вот то самое заболевание э, ПТСР, постстрессовое расстройство. И, и я бы очень советовал вам, я понимаю, что сейчас в Украине огромное количество людей имеет э, психологические проблемы. Этот тест начинается с двух вопросов. Первое, пережили ли вы какие-то события, связанные с фактической смертью или угрозой смерти или серьезной травмой собственной или других людей? Или вы переживали это не один раз, или вы стали свидетелем такого? Конечно же, ответ ⁇ да. Вся Украина здесь точно отвечает ⁇ да. Второй вопрос. Реакция спричинила сильный страх беспорадность это беспорадность это чувство неспособности до беспорады невозможности что-то изменить да або сильный жах конечно же конечно же то что пережили люди в украине и переживают сегодня это и страх и беспомощность вот беспорадность беспомощность или ужас и по обоим пунктам сразу же да здесь много интересных дальше пунктов которые в которых вы можете сами себя проверить ну например у вас есть галлюцинации сновидения да и постоянно очень часто у меня через ночь точно кошмары по ночам и или там у вас есть чувство отстраненности, обмеженный диапазон эффектов, трудности с концентрацией и так далее. Я не просто убедился, что весь мой батальон больной на голову, но и в хронической фазе. То есть, это длится уже, там есть фаза, если это три месяца дли, дли, длится до да, последнего, или это больше трех месяцев у нас это длится уже давно очень давно я думаю что сейчас все всей стране всей Украине очень важно э, во первых осознать нашу э, нашу степень нашей травмированности во вторых э, исходя из этого кое-что менять в своих поступках, графиках э, в, своих, в своем поведении. И в этой книге, кстати, очень много советов, рекомендаций опытные, опытные воины, опытные психологи. Еще раз книга «Би» Дейв Гроссман и Лорен Кристенсен «Украинская мова», издание «Астролябия», «Би» э, по-украински. Э, рекомендую. Хотя тест вы можете найти. Легко. В интернете есть десятки способов пройти, очень быстро пройти такие виртуальные тесты на, на наличие ПТСР э, в вашем душе, в вашем уме. Почему я говорю об этом? Потому что нам надо признать самим себе тот факт, что мы не в порядке. Вообще человеческая душа не в порядке. Это дама. И это говорит нам христианское богословие, но сегодня речь идет не просто о небольших, о каких-то проблемах греха, грехопадения. Речь идет о психологических сильных травмах, которыми изъязвлено наше общество, наши души, наши реакции, наши рефлексии, наши взаимоотношения. И это важно. Особенно в момент, когда моя команда сдавала этот тест – к нам пришла жуткая новость. Именно вот в момент, когда с листочками, буквами, букв, буковки, циферки мы, выбравшись от войны, диагностировали себя как людей, болеющих войной, в этот момент зашел со слезами в глазах один из наших командиров и попросил меня выйти. Я понял, что что-то случилось, и он сообщил мне новость о смерти моего близкого друга. Очень близкого друга. Мы 25 лет вместе покоряли горы. Мы плакали на вершине Эльбруса, Арарата, Килиманджара мы Монблана, мы были в очень, э, в очень рискованных горных сплавах, мы ехали вместе на великах э, в рамках кругосветки некоторые этапы, Евгений Крутенко ехал вместе со мной. Э, в конце концов, Евгений пережил серьезную э, трагедию в Мариуполе. Он несколько недель находился в заблокированном городе, где россияне вершили геноцид прямо в крышу его небольшого, ну, маленького, уютненького домика, прямо рядом с пилигримом прилетали ракеты. Слава Богу, он и его жена, и сынишка остались живы. На его глазах, как и на глазах большинства людей, кто там находился, разрывало кусками людей. Мы смогли их вытащить оттуда, мы смогли их вывести, прорвались. И Евгений, его супруга, Выехала они, она выехала за границу, а Евгений через какое-то время остался, позвонил и попросил возможности присоединиться к батальону, чтобы помогать на фронте. Десять, наверное, первых месяцев мы вместе с ним работали по фронту. Он очень здорово служил солдатам, он умеет дружить, он умеет строить взаимоотношения и мне было с ним комфортно и здорово работать на фронте. Но, увы, я вынужден признаться, что даже, что даже своего близкого друга я не смог спасти. Евгений пережил тяжелую травму. Он во время одного из обстрелов на фронте на огромной скорости неслись наши машины и перевернулась буквально, попал в аварию, с под обстрела вылетала еще одна машина с военными, и перевернулась машина. Евгений получил тяжелую травму, у него были есть жуткие эти кадры, где он весь в крови, в бинтах. И после чего у него очень были сильные головные боли. Он начал употреблять медицинские препараты, много медицинских препаратов. А будучи бывшим наркозависимым человеком, это сыграло жуткую роль. Он провалился в наркотики. Он вернулся в реп-центр, опять поднимался, опять пытался служить другим, но опять срывался. В конце концов, мы похоронили его в это воскресенье почему я откровенничаю с вами, его сын в нашей команде служит в капелланском служении, хотя у парня есть тяжелые заболевания, но он работает по фронту все это время. Я думаю, что всем нам надо осознавать, что война не только отрывает руки, не только отрывает ноги, выбивает глаза, она ранит души. И всем нам необходимо понимание вот, степени нашей травмированности для построения стратегии, для построения стратегии э, сохранения своих душ. Это, знаете, как в, э, в самолетах, когда ты садишься, тебя инструктируют, что выпадет. Э, маска при разгерметизации салона. И, во-первых, одень ее себе, а во-вторых, ребенку. Я помню, когда я первый раз это услышал, это прозвучало как-то рисковато. Сперва оденьте кислородную маску себе, а потом оденьте ее ребенку. Потому что в случае, если вы не оденете ее себе, некому будет одеть ребенку. Нам всем стоит помнить, что надо особенно заботиться о своих душах во время войны. Эти раны не менее драматичны, чем оторванные конечности, при всем ужасе э, последнего. Раны души нашей. И им подвергаются все. Все, кто видит смерть, кто видит разрушение, кровь, горе, э, все, кто стискивает зубы и воет по ночам в подушке, это все наши раны. Я знаю доктора, который эти раны лечит. Поэтому я всех призываю усиливать свою вертикаль, усиливать свои отношения по вертикали с Отцом, укреплять свои души, чтобы в этой войне выиграть внешней. Надо сохранить свою способность сражаться и не развалиться душами, духом чтобы устоять физически в физической войне. Советую всем, наберите в интернете ПТСР-тест, пройдите его. И если вы увидите то, что увидел я, то, что увидела вся моя команда, подумайте об этом, поработайте с литературой, с лекциями. Увы, прав, правы те, кто говорит, что наша страна сегодня на 100% практически имеет посттравматическое расстройство. Подумайте об этом, помолитесь об этом, принимайте какие-то решения, и береги вас Господь. А кто может, вспомните молитву, молитве супругу и сына моего друга, погибшего на главной мировой войне. Была первая, вторая, возможно, сегодня начинается третья по крайней мере, новости в мире так, так себе. Но главная мировая не прекращалась никогда. И в этой войне нам нужны селенки. 20 секунд, и мы еще кое-что посмотрим вместе. В год моего рождения комсомол начал традицию замуровывать капсулы для потомков. И к столетию комсомола они замуровали, в 1968 году год моего рождения, они замуровали капсулу, которую должны были вскрыть, наверняка этим никто уже не занялся, в 2018 году. К столетию комсомол, комсомольской организации, правда, они уже тогда не были уверены, что комсомол все еще будет. Это тонко сомнений у них проскакивало. Комсомол не к ночи будь помянут, будь он трижды проклят, это бесовская идеологическая машина по перемалыванию мозгов молодежи. Не дожил до 2018-го или, по крайней мере, дожил в каком-то пародийном варианте. Там бабушки в России маршируют с галстуками и комсомольскими звездочками. Ну, давайте мы с вами что-то такое совершим. И вот, мы учимся у древних, давайте мы что-то скажем с вами потомкам. Давайте цитата из древних греков: Давайте посвятим себя тому. О древних греках. Тому, о чем древние греки писали много веков назад. Укращению человеческой жестокости. И построению мира. Доброго и спокойного. Еще древние греки говорили о том, что нам необходимо бороться и укращать зло, жестокость, злодеяние. И строить. Спокойный, добрый мир. Это две, два весла да, одной лодки, это два крыла одной птицы. Именно это процитировал э, эту цитату Роберт Кеннеди, брат убитого перед этим Джона Кеннеди, президента США. Э, Роберт Кеннеди в то время был сенатором э, штата Нью-Йорк. И эту фразу он прочитал при объявлении людям о смерти Мартина Лютера Кинга. Через два месяца э, Роберт Кеннеди был убит сам. Убит Джон Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, Роберт Кеннеди. Кстати, с, Мартином, э, с Робертом Кеннеди на земле я прожил. С Мартин Лютер Кингом на земле я прожил 36 дней вместе. Э, 36 дней. С Гагариным и того меньше, 30 дней. Всего месяц. Время бежит, пересеклись накладкой наше время на Земле. Время бежит и разводит людей в эпохи, в декады, в поколения. От этого у нас масса проблем с адекватным восприятием реальности. Я бы, пожалуй, в капсулу времени положил, например, вчерашнюю статью российского политолога, публициста, юриста, адвоката. Владимира Пастухова. Я иногда почитаю какие-то его материалы, когда попадается. Я бы вот эту статью положил буквально в эту капсулу времени и отправил потомкам. Я почитаю вам. Название статьи ⁇ Увы, мир возвращается к привычным параметрам ⁇ Какое-то время... Мы бежали впереди паровоза истории. А теперь он нас догоняет. Несколько мыслей из этой статьи. Как мне кажется, они очень ясно артикулируют ситуацию в мире и слегка отрезвляют наших современников. Давайте почитаем. Все понимают, что речь уже не идет о локальных частных безобразиях, а что весь мир пришел в движение и засобирался снова в дорогу. Естественно, возникает вопрос, куда. Это движение к чему-то принципиально новому, чего никто еще раньше не видел. Рискну предположить, пишет автор, что это всего лишь возвращение назад к привычному старому. Возвращение, которое случилось после некоторого забегания вперед хорошая метафора. Какое-то время мы бежали впереди паровоза истории, теперь он нас догоняет. Важно, чтобы он нас не переехал, а для этого надо сойти с рельсов. О каком же паровозе, который нас догоняет, имеет, что же под этой метафорой кроется? Автор объясняет. С обывательской точки зрения, мир, в котором Россия нападает на Украину, палестинцы убивают евреев, а евреи проводят тотальную зачистку палестинской территории, хуситы блокируют Желтое море, ну, я, это написано вчера, можно добавить из сегодняшней повестки новостей, Иран лупит ракетами по курдам, я уж там не знаю, уточняется ситуация там по американскому посольству или американским базам, по израильским шпионам на территории Ирака. Э, этот мир ужас, с точки зрения обывателя ужасен и необычен. С точки зрения современного обывателя. С исторической точки зрения, однако, это и есть нормальный мир. Ровно такой, каким он был тысячи лет до этого. А вот последние, приблизительно 40 лет, когда интенсивность глобального насилия в мире была относительно невысокой, а количество войн ограниченным, последние 40 лет являлись как раз выдающимся периодом мировой истории, возникшим вследствие совпадения уникальных обстоятельств. То есть он говорит, последние 40 лет как раз необычные с точки зрения истории. Когда мы смотрим на события сегодня, кажется, это необычно. Нет, это как раз обычно. Противостояние зла и добра было всегда в мире. Необычно то, что мир какое-то время прожил без больших конфликтов. Он говорит, эти 40 лет были чудом в результате некоторых обстоятельств. Этих обстоятельств, собственно, три. Во-первых, это эхо страшной войны, унесшей жизни десятков 50 миллионов человек. Первое. То есть огромная война за спиной, свежая, недавняя, Вторая мировая, дала человечеству какое-то отрезвление, что так нельзя делать. Но это, это было уже давно. Во-вторых, возникновение распространения оружия массового поражения. То есть это как-то тоже сдерживало. И, в-третьих, коллапс СССР, оставивший зияющую дыру в мировом пространстве и времени. Именно последнее обстоятельство развал СССР, стала триггером эпохи, для которой доминирующей на Западе и особенно в Европе стала идея очень близкого и легко достижимого. Стоит только захотеть всем объяснить, как это правильно и хорошо, идея совершенно справедливого мироустройства, без насилия и неравенства, где все меньшинства удовлетворены, все слабые защищены и обустроены, а все сильные попрятались по углам и сами стесняются своей силы. На этой идее выросли полтора поколения, последовательно пришедших в европейскую политику в нулевых и десятых годах 21 века и быстро ставших тренд-сеттерами тем, теми, кто устанавливает тренды. Усилиями этих поколений идеалистов правящих вот нашим миром последние, последнее время. Усилиями этих поколений идеалистов, чей исторический оптимизм был проплачен авансом их дедами, полегшими на полях Второй мировой войны, и прокредитован дополнительно Горбачевым, избавивших их от страха новой глобальной войны. Усилиями этих идеалистов была создана иллюзия нормальности того уникального состояния, которым человечество пребывало в период между 1985 и 2020 годами. Надо отдать им должное, идеалистам. Они серьезно продвинули западное общество по пути гуманизации, и в будущем это им зачтется. Но у них произошло головокружение от успехов, и созданный ими идеальный образ мира слишком сильно оторвался от реальности. За это они... А вместе с ними и мы все скоро заплатим большую цену. И вот здесь очень важный вывод автора, с которым я согласен, и который дает мне право предложить эту статью в капсулу времени. Чтобы где-нибудь там, в 2073 году, наши потомки открыли это, взглянули и поняли что мы правы когда говорим о наличии зла в мире которому необходимо противостояние с которым не получится договариваться с которым нельзя установить барьеры и, и сосуществовать это постоянное противостояние это то что знали древние греки с одной стороны надо сдерживать жестокость и с другой стороны, делать добро, сдерживать зло и делать добро. Итак, вывод статьи. Сейчас мир возвращается к своим привычным параметрам. В этом смысле ничего сверхъестественного не происходит. Однако поколение идеалистов оказалось к этому возвращению не готово. В его арсенале не предусмотрено инструментов, с помощью которых можно было бы разруливать возникающие в реальном мире проблемы. Так, чтобы все остались довольны. А брать их взаймы, эти инструменты, у предыдущих поколений, они не готовы. Описание очень яркое. Состояние лидеров-идеалистов пред лицом откровенным, дерзким, чудовищным, сатанинским э, лицом зла. Вот этой тайны беззакония, мистерии аномии. Возникает опасный вакуум, который грозит обернуться коллапсом. Думаю, что будет раз... коллизия будет разрешена путем смены поколений, а значит не быстрее, чем в течение следующих 10-15 лет, когда на смену идеалистам нулевых и отчасти десятых придут реалисты двадцатых, которые выстроят гораздо более жесткий милитаризованный мир с большим упором на силу и меньшим набором идеалов. Нам придется сделать один шаг назад, прежде, чем потом снова сделать два шага вперед в направлении гуманизма. В общем, я подумал, что потомкам в капсулу надо написать э, или отправить эту статью еще лучше. Надо просто написать те принципы, которые описаны в Новом Завете. Весь мир лежит во зле, тьма века сего. Э, Зло существует, зло реально присутствует. О том, что добро и зло всегда в сражении. Побеждайте зло добром, это говорит Писание. Так что проще будет, я думаю, в капсулу времени положить Библию. Что, в общем-то, и сделали наши предки, за что я им лично, персонально, отдельно абсолютно благодарен. Библия, появившаяся в моих руках в моей семье, в моей душе, дала мне знания, избавила меня от иллюзий. Библия оставила мне оптику, которая имеет трезвый взгляд на мир и крайне необходимый нам сейчас. Поэтому, возвращаясь к древним грекам, возвращаясь к Библии, к библейскому принципу, я хочу напомнить, Давайте посвятим себя тому, о чем знали древние греки, о чем знала Библия, укращению человеческой жестокости и построению мира доброго и спокойного. Без первого не бывает второго. Это должно работать в паре. Война, 10 лет войны, без малого два года полномасштабной войны. Мы Благодарны всем, кто с Украины, всем, кто со светом, против тьмы, с правдой, против лжи, со справедливостью, против беззакония, со свободой против диктатуры, диктаторов, узурпаторов. Огромное благословение всем, кто, кто на стороне добра. Береги вас, Господь. Спасибо всем, кто поддерживает Украину. Спасибо всем, кто помогает служению капитанского батальона Мариуполь. Если вы поддерживаете наш батальон, вам надо позвонить по телефончику или написать по телефончику, который будет ссылочки, телефон моего сына Артура, и я подпишу вам книгу. Прототипом главного героя имею честь быть финальный, и дай Бог, чтобы это был финальный эпизод войны, которая длилась 400 лет. Спасибо всем. Как всегда, благодарю всех за лайки, перепосты и комментарии. Благодарю подписчиков канала. Простите, что не так часто появляюсь в эфире, но стараюсь держать строй. Всем благословений, еще раз всех с Рождеством, с Новым годом и дай нам Бог много добрых новостей.